Первое место в региональном конкурсе «Елки ЯО» в номинации «Верхушка елки» – заслуга команды хай-тек-цеха детского технопарка «Кванториум». Воплощение идеи в виде еврейской елки теперь украшает здание правительства автономии. Ханукия и другие украшения, повторяющие тему праздника света, созданы с помощью станка лазерной резки. Внутри верхней конструкции специальное электронное устройство. Оно позволяет реализовать ритуал Хануки. Идея генерировалась практически всем «Кванториум». То есть был такой мозговой штурм, на котором было принято решение делать вот именно ту елку, которую вы видели. У нас технология, наверное, больше ЧПУ, то есть числовое программное обеспечение, управление. Вот с этим ребенку сегодня необходимо разобраться, потому что во взрослой жизни нас сегодня машины полностью заменяют ручной труд. В хай-тек-цехе ребята знакомятся не только со станком лазерной резки. Один из учеников освоил технику 3D-управления и благодаря высокотехнологичному оборудованию создал свое новогоднее украшение. На выдувание стеклянной игрушки уходит около 7 секунд, но ее нельзя повторить с той же точностью. Цифровую же модель можно печатать сколько угодно. Около 2 часов это и на придумывание дизайна модели, на реализацию, ну и для каких-то дальнейших доработок. Моделирование на базовом уровне, да, достаточно несложный процесс. Главное понимать основы и уметь представить в голове итоговый вариант модели и как проще приступить к ее выполнению, чтобы этот процесс не затянулся. С этой работой Филипп планирует принять участие в межрегиональном конкурсе по 3D-моделированию и надеется, что его дизайнерские игрушки еще не раз украсят главный символ Нового года. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21.